Так, ну вот, у нас уже есть, кажется, кворум из тех, кто регистрировался на нашу встречу. Я думаю, что мы можем тогда начинать. Я еще раз всех приветствую. Сегодня у нас в нашей серии «Русский роман XIX века» предпоследнее заседание и последний доклад, последняя встреча будет презентация книги, о чем мы еще сообщим всем дополнительно в рассылке. И сегодня у нас в гостях Илья Клигер из Нью-Йоркского университета, но вначале я для краткого слова о технических формальностях слово передам нашему техническому куратору Сергею Халтурину. Пожалуйста, Сергей. Здравствуйте, дорогие коллеги. Если в течение заседания возникают какие-то вопросы технического характера, например, кому-то мешает какой-нибудь звук или кого-то нужно пустить, у кого нет ссылки и так далее, вы пишите об этом мне, и я буду стараться решить эти вопросы. Вот также, если во время доклада у вас возникнут вопросы, вы также можете написать мне, что у вас возник вопрос, и тогда во время общей дискуссии мы предоставим вам слово в первую очередь. Вот, собственно, у меня все. И конференция записывается, и потом будет выложена на YouTube-канал факультета гуманитарных наук или школы филологии. Да, совершенно верно. Угу. Спасибо, Сергей. Итак, коллеги, я с удовольствием сейчас передам слово преподавателю Нью-Йоркского университета Илье Клигеру. Дискуссантом у нас после доклада Ильи выступит Кирилл Юрьевич Зубков из Пушкинского дома и одновременно из Высшей школы экономики. На всякий случай позволю себе напомнить, может быть, вряд ли это необходимо, но тем не менее мы все-таки это делаем, потому что к нам очень много студентов приходит из разных университетов время от времени. Напомню, что Илья Клигер является специалистом по истории русского романа, теории романа, исследованиям социального воображаемого в литературе, исторической поэтике. И в настоящее время Илья работает над монографией под предварительным названием «Untimely Community: The Tragic Imagination in the Age of Russian Realism». И сегодня тема доклада Ильи «Социальное воображаемое в структуре русского романа. Тысяча душ Алексея Феофилактовича Писемского». Пожалуйста, Илья, тебе слово. Спасибо большое, Алексей и Кирилл, за то, что... Ну, Алексей, за приглашение. Очень рад буду услышать соображения членов семинара. Вопросы, замечания, критику будет очень полезно. И, Кирилл, особое спасибо тебе за согласие выступать в качестве собеседника. Вот, ну и, значит, я перейду сразу к докладу. В статье 1987 года в романе XIX века Юрий Михайлович Лотман предлагает несколько расплывчатое понятие сюжетного пространства. Понятие это призвано предложить альтернативу функционально-нарратологическому проповскому подходу к сюжету, оказывающемуся плохо применимым к повествованиям реалистического типа. В отличие от сюжета волшебной сказки, утверждает Лотман, реалистический сюжет свободно втягивает в себя различные семиотические единицы, это цитата, простите, от семантики слова до семантики самых сложных культурных символов и превращает их в игру факт сюжета, конец цитаты. Так, например, Лотман с трудом может себе представить сюжет «Пиковой дамы», героем которой был бы кавалерист. Очевидно, инженер немецкого происхождения со всеми соответствующими культурными ассоциациями того времени находился в отношении как бы избирательного сробства с определенной последовательностью событий. Элемент быта или социальной жизни оказывался насыщен всевозможными культурными смыслами и рудиментарными нарративами, которые, в свою очередь, могли более или менее удачно вписываться в тот или иной сюжетный ряд или характерологическое содержание текста. Лотман определяет сюжетное пространство следующим образом. Цитата.
структуру, которую можно себе представить как совокупность всех текстов данного жанра, всех черновых замыслов, реализованных и нереализованных, и, наконец, всех возможных в данном культурно-литературном континууме, но никому не пришедших в голову сюжетов, мы будем называть сюжетным пространством. Обширность и сводный характер определения не должны заслонять от нас тот факт, что речь идет скорее не о непосредственно данной совокупности сюжетов, а о неком предполагаемом горизонте сюжетных возможностей, возникающих в определенном культурно-семиотическом пространстве. В пределах именно такого горизонта можно говорить о несоответствии фигуры русского кавалериста 30-х годов сюжету «Пиковой дамы». Забегая вперед и обращаясь к роману, о котором далее пойдет речь, можно вспомнить полемику, развернувшуюся вокруг вопроса о том, мог ли нечистоплотный в этическом плане герой «Тысячи душ» быть выпускником Московского университета. Не признавая возможность подлости в человеке, получившем университетское образование, Аполлон Григорьев отказывал роману на этой основе психологической последовательности. Возражая ему, Александр Дружинин настаивал на том, что среди многочисленных факторов, определяющих характер героя, московское воспитание играет для Калиновича, цитата, «спасительную роль». Критики в целом соглашаются в интерпретации социально-психологического содержания понятия «студент Московского университета». Разногласия же происходит от различных оценок способности образования влиять на личность. Именно здесь, между согласием и разногласием, проходит граница, отделяющая сюжетное пространство как более или менее общепринятый горизонт сюжетных возможностей от самого сюжета, как одной из многочисленных реализаций таких возможностей. При этом, поскольку сюжетное пространство невозможно себе представить данным раз и навсегда, то каждая новая реализация в большей или меньшей степени меняет структуру самого пространства, переставляет акценты, подкрепляет некоторые варианты за счет других и добавляет новые. В таком понимании сюжетное пространство Лотмана сближается с понятием социального воображаемого Корнелиуса Кастриадиса. Кастриадис определяет социальное воображаемое как некую, цитата, «обладающую внутренней связанностью систему субъектов, объектов и их отношений», искривление, характерное для каждого социального пространства, невидимый цемент, связующий огромный пласт отложений элементов реального, рационального и символического, составляющих любое общество. Принцип, избирающий и формирующий различные элементы, принимаемых обществом смысла. Любопытен стиль обоих определений. Как у Лотмана, перед нами некий перечень, принципиальная незавершимость которого отсылает к некой иной категории, на которую невозможно указать непосредственно. Кастриадис эксплицирует эту характеристику социального воображаемого, напоминая, что речь идет не о конкретных образах социальных отношений, а о специфических условиях социальности как таковой, ее актуализации и вообразимости, о неком исходном членении и распределении изначально неопределенного бытия. Важно учитывать, что несмотря на менталистские ассоциации, связанные с понятием образа, социальное воображение также мало отсылает нас к индивидуальным или коллективным структурам сознания, как и к объективно данной стабильной действительности. На самом деле это материально воплощенная коллективная деятельность по членению и распределению бытия, в которой реальность и смысл сознания и данность оказываются неразделимы. Сопрягая Кастриадиса с Лотманом, можно сказать, что именно эта деятельность и является общим знаменателем, к которому сводятся сюжеты, возникающие на конкретной общественно-исторической почве. Таким образом, мы подходим ко второй функции понятия сюжетного пространства для Лотмана. Речь идет об описании сюжетной специфики определенного фрагмента семиосферы, в данном случае обозначенного как русский роман 19 столетия. Наконец, обращаясь к «Тысячам душ», нам предстоит обозначить те процессы членения и распределения социальности, в которых этот текст принимает участие и обретает форму, подвергая деформации унаследованный им романный материал. Выбор именно этого сочинения Писемского отчасти обусловлен его кажущейся нехарактерностью для русской романной традиции.
Так, например, в комментариях к Евгению Онегину Владимир Набоков сравнивает роман Писемского с «Красным и черным» Стендаля. Исследователи творчества Писемского не раз отмечали особый интерес писателя к Бальзаку, о котором ниже пойдет речь. Тезис о западности «Тысячи душ» на первый взгляд кажется не менее оправданным в перспективе, собственно, лотмановской гипотезы об отличиях европейского сюжетного пространства от русского. Согласно Лотману, цитата, «направленность европейского романного сюжета заключается в перемещении главного персонажа из сферы несчастья в сферу счастья, получении им тех благ, которых он был вначале лишен, или, иначе говоря, в изменении места героя в жизни». Конец цитаты. Русский роман, в свою очередь, цитата, ставит проблему не изменения положения героя, а преображения его внутренней сущности или переделки окружающей его жизни, или, наконец, и того и другого. Действительно, на первый взгляд роман Писемского разворачивается по западному образцу. Перед нами рассказ о молодом смотрителе училища в провинциальном городе Энске, претендующем по энергии и способностям на более широкое поле действия и более высокий социальный статус. Первые две части построены на противопоставлении энергичного, честолюбивого Калиновича тихому провинциальному семейству Годневых, где он принят как жених дочери Годнева Настеньки. Калинович соблазняет Настеньку и, обещая, но не намереваясь жениться, уезжает делать карьеру в Петербург. Третья часть повествует о заключении героя в Петербурге, где за нехваткой денег и связей ему не удается преуспеть ни на литературном, ни на служебном поприще. Отчаявшийся, не в шутку заболев, Калинович пишет Настеньке, просит прощения, жалуется на свой характер, бедственное положение. Настенька оставляет разбитого параличом отца, занимает деньги под высокие проценты и едет к нему в Петербург. Между Калиновичем и тихим семейным счастьем с Настенькой дважды оказывается мефистофелеобразный, подобный князь Иван, действующий в качестве своего рода наставника-героя. Князь убеждает его, что женитьба на бедной Годневой свяжет ему руки и, исходя из того, что без значительных средств в обществе добиться ничего невозможно, предлагает более перспективную партию в лице немолодой и некрасивой Полины, владелицы тех самых титульных тысячи душ. В конце второй части романа Калинович выбирает промежуточный вариант. Он отказывается от женитьбы на Полине, но и не женится на Годневой, а уезжает искать счастье в Петербург. Однако, пережив крушение надежд в Петербурге, он, наконец, соглашается на сделку с князем, повторно бросает вернувшуюся к нему Настеньку и женится на Полине, выплачивая наставнику из новоприобретенного капитала 60 тысяч рублей за содействие альянсу. Таким образом, перед нами достаточно стандартный, казалось бы, вариант романа амбиции, воспитания и утраченных иллюзий бальзаковского типа, построенный на противопоставлении полюсов интимности и социальности. Первый ассоциируется с традиционными ценностями, семьей, провинциальным дворянством. Второй – столичной, светской, безнравственной, аристократической средой. Особенно актуальным в этой связи оказывается роман Бальзака «Старик Горио», содержащий ряд очевидных сходств с текстом Писемского, в особенности в фигуре наставника. Так и князь Иван, и бальзаковский Вотрен настаивают на принципиальном различии между обыкновенными обывателями и отмеченными талантом людьми энергии и амбиций. Оба они утверждают, что в современном обществе честность, упорство и талант бесполезны, и только богатство может способствовать реализации честолюбивых планов и достижению пресловутого комфорта. Оба настаивают на том, что грань между мошенничеством и честностью невозможно провести с какой бы то ни было уверенностью, и поэтому соображение морали нужно оставить в стороне. Оба, наконец, предлагают молодым людям путь к несметным богатствам посредством брака. Оба требуют за это плату 60 тысяч рублей и 200 тысяч франков. Наконец, оба наставника оказываются под арестом, что подчеркивает преступность того типа социальности, в котором они так хорошо разбираются и от имени которого поучают героя. Примечательно также и то, что в обоих романах этот тип социальности представлен в форме договора или контракта между героем и его наставником. В обоих случаях на очевидный фаустовский подтекст накладывается логика взаимной выгоды. Ментор оказывается таким же, только более опытным экономическим человеком, чем ученик.
По сути дела, между ними не проводится принципиальной качественной разницы. Иначе говоря, речь идет о социальности как совокупности субъектов желаний и интересов, чье освобождение от ограничений традиционной семейственности представляется в обоих романах как измена отцам и упадок отцовства. Так разбитый параличом и покинутый дочерью умирает старый Годнев, а старик Горио при смерти и в бреду взывает к властям об отмене бракосочетания, образцового контракта нововременного романа. И все же на фоне явных сходств очевидны различия между двумя романами. Жестиняк многому учится у Ватрена, однако на сделку с ним не идет. Он находит альтернативный компромиссный путь к успеху, путь не вполне честный, но и не совершенно преступный, ведущий не к мгновенному обогащению за счет женитьбы на Викторин Тайфер, а к продолжительной в перспективе человеческой комедии в целом удачной борьбе за успех, связанной с одной из дочерей Горио, Дельфиной. Такой путь оказывается недоступен Калиновичу, перед которым открываются лишь два варианта – либо потерпеть полный крах, либо пойти на сомнительную сделку с князем. Иначе говоря, в романе Писемского действует закон исключенного третьего, устанавливающий невозможность компромиссного решения дилеммы и недоступность третьего пути неполной честности, но и небезусловной порочности. Конец второй части романа, где под влиянием наставника герой покидает невесту, но не с тем, чтобы жениться на Полине, а ради карьеры в Петербурге, максимально приближается к тому типу компромисса, которым заканчивается роман Бальзака. Но в русском варианте на этом пути оказывается невозможно преуспеть, и Калинович все же вынужден жениться ради тысячи душ. Женитьба эта вместе со вторичным предательством Настеньки представлена как окончательное нравственное падение, логический исход честолюбивых стремлений героя. В атласе европейского романа 1800-го по 1900 год, Франко Моретти пишет о важности для развития романной формы образа третьего промежуточного элемента, опосредующего дуализма порока и добродетели, богатства и бедности. Его появление в романах Диккенса и Бальзака составляет формальный прорыв к поэтике реализма. В случае Диккенса речь идет о фигуре среднего класса как посредника между враждебными полюсами богатых и неимущих. Моретти проецирует итоговую триаду на карту диккенсовского Лондона и показывает, что в центре романного повествования оказываются персонажи, живущие в центральных районах города и принимающие посетителей как с зажиточной западной, так и с бедной восточной стороны. Схожим образом Моретти отмечает и обосновывает в социологическом ключе появление так называемой третьей инстанции в романах Бальзака, отказ от бинарного противопоставления семейной добродетели и эгоистического порока соотносится, согласно Моретти, со сферой рыночных отношений, в воображаемом пространстве которых данная оппозиция снимается. Здесь, в сфере рыночных отношений, реализация эгоистических желаний оказывается невозможной без признания ограничений, накладываемых стремлениями таких же частных индивидуумов, как сам герой. Как показал Питер Брукс, именно по рыночной обменной модели и построено главное компромиссное решение романа – бартерно-любовные отношения Растиньяка и Дельфин Нусинген. Возвращаясь к русскому контексту, в этой связи можно вспомнить о любопытном эпизоде, широко обсуждаемом в науке о рецепции Бальзака, эпизоде с переводом Пер Гурио в библиотеке для чтения. Здесь, как известно, кроме других значительных изменений, иной оказывается сама концовка романа. После похорон Горио Растиньяк направляется не обедать к своей любовнице Дельфин, как в оригинале, а неожиданным образом к Викторин Тайфер. Цитата из перевода. «Он пошел в Париж. Дорогой он еще колебался, направлять ли шаги свои к красивому жилищу на улицу Артуа или к прежней грязной квартире у мадам Воке, и очутился у дверей господина Тайфера». То есть ни там, а в другом месте очутился. Тень Ватрина привела его к этому дому и положила руку на замок. Он зажмурил глаза, чтобы ее видеть. Он искал еще в своем сердце и в своей нищете честного предлога.
Викторина так нежно любила своего отца. Растиньяк спросил госпожу Кутюр, теперь он миллионер и горд как барон. Конец цитаты. Кратко остановимся на трех аспектах такого варианта концовки. Любопытно, что в отличие от оригинала, герой здесь поставлен перед выбором. Три пути, лежащие перед ним, по-разному аксиологически окрашены. Выбор грязной квартиры мадам Вуке соотносится с честным трудом и медленным продвижением к успеху. Выбор красивого жилища на улице Артуа соответствует компромиссной, скомпрометированной позиции промежуточного пути, не совсем честного, но и неоднозначно преступного. Что же касается выбора Тайфер, выбора, который Растиньяк в переводе таки совершает, он однозначно ассоциируется с преступлением. Именно поэтому бальзаковский Растиньяк от него отказывается. Любопытно здесь и то, что в переводе этот выбор совершается помимо воли героя, магическим образом, напоминающим эпизод, недавно вышедший в той же библиотеке для чтения «Пиковой дамы». Там только что отказавшийся от навязчивой идеи о трех картах Герман также неожиданно оказывается перед домом графини. Явное присутствие и соучастие в этом выборе демонического начала, его ассоциация с убийством, а также сценарий циничного использования наивной девушки Лизы у Пушкина и Викторин в переводе Очкина, переводчика библиотеки для чтения, переводчика романа, для достижения богатства, также сценарий циничного использования наивной девушки для достижения богатства придает данному решению окраску тотальной порочности и окончательно компрометирует героя в моральном отношении. Как известно, Белинский в телескопе гневно раскритиковал роман, перевод романа для библиотеки для чтения, а концовку охарактеризовал как дань провинциальным вкусам, требующим от автора пошло-счастливого исхода. Очевидно, однако, что однозначно счастливым такой исход назвать трудно. Его, если продолжить ассоциацию с «Пиковой дамой», то речь скорее идет о страхе перед фигурой Парвеню, чей непромоверный по-наполеоновски стремительный взлет по карьерной лестнице непосредственно уподобляется преступлению. Так или иначе, бальзаковский компромиссный вариант оказывается в переводе «пересказе за границей мыслимого». В этом отношении можно сказать, что логика повествования Писемского деформирует западноевропейский романный материал в том же направлении, в котором это делает переводчик и редакция библиотеки для чтения. Третья часть романа венчается любопытным эпизодом квазимифологического характера. Как мертвец, стоит Калинович перед Налоем с мертвенным выражением лица, проходит в спальню жены и вдруг появляется на пожаре, спасает женщину и при криках «Ура!» и «Браво!» исчезает. Так первая брачная ночь подменяется архетипическим образом обновления или перерождения героя в огне. Умирает честолюбивый карьерист первых трех частей романа и рождается государственный деятель части четвертой. Здесь, после стремительного продвижения по служебной лестнице, обладатель огромного капитала, Калинович вновь появляется перед нами несколько лет спустя в должности вице-губернатора той самой губернии, в которой некогда был ничтожным училищным смотрителем. Вторично, представляя читателям Калиновича, повествователь замечает, цитата, «В продолжении всего моего романа читатель видел, что я нигде не льстил моему герою, а напротив, все нравственные недостатки его старался представить в усиленно ярком виде. Но в настоящем случае не могу позволить пройти молчанием того, что в избранной им служебной деятельности он является замечательно деятельным и, пожалуй, даже полезным человеком. Молодой вице-губернатор еще на университетских скамейках по устройству собственного сердца своего чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства с возможным отпором всех домогательств сословных и частных. Итак, перед нами не бальзаковский компромисс на рыночной почве частных интересов, и не, скажем, диккенсовский или шелли-викторианский уход от аристократической социальности с одной стороны и унизительной нищеты с другой в интимную сферу домашней жизни среднего класса. Роман Писемского предлагает иной, неожиданный для романного жанра принцип завершения – образ государственной власти. В этой связи можно вспомнить
предсмертную, снова вспомнить предсмертную тираду Гарио, призывающую на помощь полицию, армию и законодательные органы, чтобы те принудили дочерей любить своих отцов. В духе легитимистской идеологии старорежимного абсолютизма Бальзак представляет жизнь без отцовской суверенной власти как некое естественное состояние по Гоббсу, войну всех против всех, или же, в лучшем случае, как гегельское духовное животное царство. С этим духовным животным царством романы Бальзака сравнил герой Георг Лукач. И все же в его романах верховная власть не является как таковая. К ней взывают лишь, чтобы обозначить ее отсутствие. А мир остается предан жестокой игре интересов. Иначе у Писемского, где рассказ о субъекте интересов венчается драмой о взлете, подвигах и падении именно представителя политической власти, пытающегося, цитата, «с фанатизмом Сен-Жюста и Робеспьера», по выражению одного из рецензентов романа Николая Ахшарумова, «переделать отведенный ему мир». Здесь вопрос о том, как достичь успеха в обществе или как от него отгородиться, сменяется проблематикой радикального исправления, а герой превращается из экономического человека в поисках статуса и комфорта в своего рода полис экс махина или тиранус экс махина, можно сказать. Лев Анинский говорит о появлении Калиновича в четвертой части романа как деус экс махина. В некотором смысле на эту метафору полагаюсь. В этом контексте уместно вспомнить замечание третьего любителя искусств из театрального разъезда о том, что наши комики, цитата, «наши комики никак не могут обойтись без правительства, без него у нас не развяжется ни одна комедия». Действительно, здесь, как в «Ревизоре», правительственный деловой сюжет оказывается необходим как принцип повествовательного завершения. Без него цепь злоключений героя в борьбе с препятствующим ему обществом оказывается бесконечной. Показательной в этой связи оказывается и сама история создания романа, работа над которым ведется с 1853 по 1858 год. Исторический рубеж смены царствования и начала эпохи реформ проходит именно между написанием первых трех и четвертой частей романа. А в это время в центре социального воображения оказывается фигура чиновника нового типа, самоотверженно борющегося за искоренение бюрократических злоупотреблений во имя идеи надсословного государства и регулярного порядка. Именно в этом контексте интерпретировалась четвертая часть романа современными критиками, а сам роман, как убедительно показал Кирилл Зубков, оказывался вовлечен в полемическое поле, создаваемое драмой о честном чиновнике второй половины 50-х годов. Об особой форме драматичности четвертой части романа в сравнении с эпическим или эпизодическим повествованием первых трех будет сказано далее. Здесь же необходимо обратить внимание на целый ряд очевидных швов, скрепляющих романный сюжет первых трех частей о нейтрализации амбиций сюжетом о парадоксах и перипетиях политической власти в части четвертой. Одним из таких швов является сам герой романа, чей облик распадается на неудачника-карьериста с ущемленным самолюбием и бескомпромиссного, бесстрашного и харизматичного борца за справедливость, наделенного ореолом политической власти в части четвертой. Елена Круглова проницательно отмечает некую несобранность героя Писемского, связывая ее с эстетической программой автора, для которого, цитата, «строгий художественный отбор нарушает правду жизни». За такой несобранностью, однако, наблюдается парадоксальное или, вернее, диалектическое единство. В роли вице-губернатора, а затем губернатора, Калинович борется именно с теми пороками беспринципности и корысти, в которых в своей бывшей ипостаси он был виновен сам. И основная сюжетная канва четвертой части романа повествует о его борьбе с князем Иваном, человеком, который более всех способствовал его продвижению. Так, преимущество линейной эпизодической структуры повествования об экономическом человеке в первых трех частях романа заменяется структурой драматической иронии, связанной с рефлексией об истоках и сути политической власти. Перекодировки героя, его перемещению из одной зоны социально воображаемого в другую, соответствует перестройка всей системы персонажей романа или большей ее части. Например,
Уже первые рецензенты обратили внимание на сдвиг в оценке умного, тонкого и нравственно, так сказать, здорового Белавина, который в петербургских главах романа представлен в качестве контраста герою-карьеристу. Именно он заботится о Настеньке после того, как Калинович вторично ее покидает. Он возвращает по ее поручению деньги, которыми Калинович думал от нее откупиться. Он же недвусмысленно и публично обвиняет Калиновича в подлости. Одним словом, в петербургских главах романа Белавин представлен в качестве, пожалуй, единственного эталона трезвой нормативно приемлемой социальности, от которой большинство остальных персонажей, включая самого героя, далеко отстают. Поэтому так удивительно полная переоценка ценностей, совершаемая в четвертой части романа, где сама Настенька, уже в третий раз сойдясь с Калиновичем, описывает Белавина как человека без сердца, открыто предпочитая ему искренность и страстность главного героя. Неожиданно благородным оказывается Калинович, а Белавин превращается, если не в подлеца, то в малодушного и слабого человека. Рецензенты романа сходятся во мнении о странности такого превращения. Даже крайне положительно настроенный Евгений Дельсон, написавший рецензию по просьбе самого Писемского, вынужден признать капризность, цитата, авторского решения в четвертой части романа, цитата, «вдруг замарать Белавина, выдумав про него две грязные черты, совсем к нему не идущие». Также упоминают о неожиданном сдвиге характеристики Белавина, Ахшарумов и Дружинин. Аналогично непредвиденную эволюцию переживает персонаж дяди Настеньки, капитан Годнев, подозревавший, что Калинович соблазнил племянницу без серьезных намерений и считавший его смертельным врагом. Повторно появившись в последней части романа, теперь уже с полной уверенностью, что его подозрения были верны, капитан, однако, готов лучезарно улыбаться новоназначенному губернатору и подавать ему чай. Как бы спеша предупредить возражение читателя, повествователь дополняет персонаж еще одной чертой. Именно здесь и сейчас нам сообщается, что, цитата, «в простодушных понятиях его, капитана Годнева, чины имели такое громадное значение, что тот же Калинович казался ему теперь совершенно иным человеком. И он никогда ни в чем не позволял себе забыть, где и перед кем он находится». Очевидно, перед нами оказывается риторическая фигура Captatio Benevolentiae, попытка заручиться поддержкой читателя при неожиданном сюжетном повороте. Однако честный и благородный, хотя и недалекий капитан первой части романа все же плохо сочетается с альстивым чинопочитателем, прощающим герою оскорбление и предательство любимой племянницы за губернаторский ранг. Еще более удивительная трансформация происходит в отношениях Калиновича и самой Настеньки, которая приезжает в Энск в качестве ведущей актрисы провинциального театра уже в четвертой части романа. Во время спектакля сквозь четвертую стену Настенька чуть ли не просит прощения у сидящего в зале Калиновича, как будто она виновата перед ним, а не он дважды ее предал и оставил. Таким образом, в процессе реабилитации героя неизбежно трансформируется вся система персонажей. Многие из тех, кто стоял как бы аксиологически выше Калиновича-карьериста, оказываются ниже Калиновича-представителя власти. И дело, конечно, не в том, что грехи его теперь прощены, что он раскаялся или исправился, а в том, что он перешел из одной сферы социального воображаемого в другую, из социального пространства желаний и амбиций, как бы... да, низкое пространство желаний и амбиций, в заведомо возвышенное политическое пространство власти, ее сценариев, парадоксов и оправданий. Именно с этим переходом связаны и внезапное нарастание харизмы героя, повышение стилистического регистра повествования в целом. С ним же связаны и смещение ключевого конфликта романа. Вместо, скажем так, бальзаковского противопоставления совести и честолюбия, которое, очевидно, было как бы психологической подоплекой первых трех частей романа, вместо этого противостояния у нас появляется оголенная оппозиция между сплошь развращенным обществом и чинящим правосудие государством. Сам Калинович пафосно формулирует природу этого конфликта так: «Их много, а я один». И вообще, конечно, мелодраматичность четвертой части по сравнению с предыдущими,
как бы очевидно становится в какой-то момент на протяжении 3 или 4 страниц, Калинович вдруг 6 или 7 раз громко хохочет, расхохотался. Да, это какой-то такой мелодраматический элемент. Эта формула заключает в себе сценарий, прошу прощения, их много, а я один. Эта формула заключает в себе сценарий, по которому государство оказывается принуждено к активным действиям в связи с неспособностью общества к саморегулированию. Такое вмешательство, в свою очередь, подчиняется той самой логике, которую оно призвано преодолеть. В качестве вице-губернатора, а затем и губернатора, Калинович пытается подавить беззаконие беззаконным образом, мелкий эгоизм членов общества возвышенным эгоизмом суверенной власти. Здесь важно то, что ранние и поздние ипостаси героя, амбициозный парвеню, желающий благ только себе, и грозный представитель государственной власти, неуклонно радеющий об общей пользе, не отменяют друг друга, а амбивалентно сочетаются. И дело здесь не только в эффекте объединения различных характеристик под одним именем собственным, но и в принципиальном раздвоении актуальной здесь фигуры господства, представляющей суверенно как основу законного порядка и как право, стоящее над порядком и над законом. В рецензии на роман Павел Анненков описывает ситуацию следующим образом. Судьба общества, цитата, «судьба общества поставлена таким образом на карту, и действительно Калинович приведен к тому, что уничтожает злоупотребление водворением новых злоупотреблений и искореняет пороки, замещая их пороками другого свойства. Он проходит как землетрясение, каменный дождь, потоп, разрушительная буря, все эти образы, которые с идеей господства ассоциировались у многих авторов в это время. А потому очень естественно, что люди отвращаются от него и оставляют его одного в добычу врагам и возрастающие его злости, которая только случайно отыскала почетное место, почетное чиновничье ложе для проявления себя. Здесь нет возможности, конец цитаты, здесь нет возможности подробно комментировать эту статью, крайне любопытную с точки зрения проблематики социального выражаемого русского реализма. Можно поговорить будет во время обсуждения. Процитирую только попытку Анненкова указать на те принципы членения и распределения социальности, которые ему представляются определяющими. Цитата. «Частная жизнь наша с идеями и стремлениями, живущими в ней, может статься еще очень таща и хила в сравнении с могучими деятелями, окружающими ее. Может статься, она не представляет достаточной упругости для того, чтобы выдержать напор какого-либо влияния извне. Может быть, она слишком скоро отступает перед всяким заявлением права, как бы произвольно, незаконно и даже малосильно оно ни было. Ни было оно. Много ли знаем мы примеров, где бы она собственным моральным способом, способами благородной, честной, законной борьбой переработала человека, не дожидая спасительной руки извне, которая одной предоставлена у нас тяжелая работа делать и разделывать людей, как говорится, без участия общественного мнения. Вот эта вот разница между спонтанным перерабатыванием социальности человека, его моральным преобразованием без как бы очевидного насилия, тематика того, что в 20 веке политические теоретики назовут гегемонией, дисциплиной и так далее. Вот этого всего как бы не хватает, судя по Анненкову. Перед нами описание некого длящегося, иначе говоря, чрезвычайного положения, ситуации, при которой кризис социальных отношений, неспособность общества подняться над квазиестественным состоянием войны всех против всех, вызывает к жизни проявление суверенного насилия в целях установления порядка и прекращения раздора. Позже в воспоминаниях о Писемском Анненков отзовется о герое «Тысячи душ» с большей симпатией.
Цитата. «Калинович высится в среде драмы как лицо, которое могло бы при случае высоко держать знамя государственного авторитета, если бы последнему грозила опасность. И заодно это предполагаемое в нем качество, восстанавливаются его права на звание почетного героя романа и призываются к нему симпатии читателей. К концу 1881 года, времени написания воспоминаний, опасность государственному авторитету грозила с очевидностью вопиющего факта. И Калинович обернулся другой своей стороной. Рядом с деспотической натурой честолюбивого чиновника появился диктатор, способный сохранить порядок в момент чрезвычайного положения. Как мы видели, эта амбивалентность закодирована в самом тексте романа. Именно на ней изиждется драматичность четвертой части романа, ее трагическая сюжетная структура, риторически оформленная в мелодраматическом ключе. Трагичность сюжета здесь определяется тем, об этой трагичности многие исследователи говорили, о драматичности, о трагичности Кирилл Зубков, Ольга Майорова. Именно на ней зиждется... Да, прошу прощения. Трагичность, в моем понимании того, что тут происходит, трагичность сюжета здесь определяется тем, что взлет и падение героя проистекают из одной и той же причины. Князь Иван и ненавистная жена Калиновича открывают герою путь к власти. Они же сохраняют над ним власть, интригуют против него и, наконец, добиваются его падения. Рецензент отечественных записок Степан Дудышкин следующим образом характеризует символику развязки. «Князя Раменского вы не убьете». У него 100 голов, князь Раменский в губернии выше губернского предводителя, он выше губернатора, он наше общество. То есть, как это не удивительно, да, получается, что если у Анненкова общество бессильно оказывается перед вот этими внешними влияниями, то у Дудышкина оказывается наоборот, да, что общество сильнее губернатора. И на этой динамике, ну вот на этой амбивалентности как бы отчасти построен сам сюжет, его драматичность и трагичность. Акшарумов, в свою очередь, указывает на роль общества в концовке романа в качестве слепых орудий судьбы. Князь Иван и его бывшая любовница, теперь жена Калиновича, пользуются властью над героем. Потому что именно они привели его к власти. Перед нами классический случай трагической гамартии, роковой ошибки, ставящей героя в положение, в котором он оказывается уязвим для неизбежно надвигающейся перипетии. И дело скорее не в том, что борьба развращенного общества и справедливого государства заканчивается победой первого, а в том, что эта победа вскрывает присутствие общественного, то есть в данном случае эгоистического начала в самом теле государства. Иначе говоря, драма четвертой части романа разыгрывает классический парадокс суверенной власти, в которой, по описанию Джорджа Агамбена, законы и беззаконие оказываются неразличимыми. В этом контексте закономерным оказывается выявленный Кириллом Зубковым также переклички четвертой части романа с пушкинским «Анжелом». Итак, объектом изображения четвертой части романа оказывается амбивалентная фигура суверенной власти, представляющий насилие как источник и гарантию закона, созданного с целью подавления насилия. Позади остаются магистральные мотивы европейской романно-реалистической традиции, выстраивающей социально-репрезентативное поле вокруг полюсов внутренней, семейной, интимной и социальной, карьерной, честолюбивой жизни. Вместо них на первый план выходит тематика и стилистика, традиционно связанные с политической драмой. Происходит именно то, о чем взывал на смертном одре старик Гарио, чего не хотели и не могли сделать ни Бальзак, ни другие европейские реалисты, и чего, по мнению Анненкова, следовало бы избежать при внесении вопросов о политической конституции в репрезентативную ткань реалистического романа, традиционно сложившегося как повествование о социализации индивидуумов и траекториях их частных жизней. Таким образом, опираясь на терминологию формалистов, можно сказать, что перед нами особая деформация традиционного романного материала, свидетельствующая о его перемещении в культурное пространство несколько иначе, чем на Западе, артикулирующие нововременные процессы воспроизводства социальности. В понимании Кастриадиса социальное воображение как бы вплетается в процессы воспроизводства общественной жизни, поддерживая или подтачивая определенные формы этого воспроизводства.
В конечном счете, на уровне социальных воображаемых смыслы и практики разделимы только в абстракции. Очертить социальное воображаемое романа значит особым образом историзировать его, указать на общественные процессы, имманентно организующие сюжетное пространство текста. То членение и распределение социальности, которое проделывает роман Писемского, оказывается достаточно красноречивым. Оно свидетельствует о центральности фигуры государственного служащего, чиновника, определенным образом организующего жанровую, сюжетную и образную фактуру романа, о соответствующей навязчивости образа суверенной власти, сценарием которой сопутствует риторическое взвинчивание и сюжетный трагизм, о трудности смыслового завершения изнутри частной или социальной жизни, как бы изначально находящейся в состоянии чрезвычайного положения и не могущей из него спонтанным образом своими силами выйти, о тенденции подменять логику развития динамикой перерождения. Об этом отчасти я не буду об этом сейчас, потом. А в терминах Антонио Грамши вместо гегемонии сценировать принуждением. Так, то, что в западноевропейских текстах как бы выносится за скобки, здесь оказывается в центре внимания, неуклюже проявляясь в романном тексте красноречивым именно своим косноязычием, своими структурными, семантическими, стилистическими шероховатостями и сбоями. И не то представляется важным, что роман оказался в чем-то неудачным или, как считал, например, Анненков, недостаточно европейским, недостаточно сфокусированным на частной жизни, а значит, недостаточно художественным. Наоборот, в его шероховатостях и сбоях сквозит нечто, о чем упорно, так сказать, структурно умалчивает западноевропейский роман, а именно факт политической власти как таковой, позиции, с которой привычное пространство социального бытия представляется не как данность, а как объект конструирования. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Очень интересно. Я сразу тогда предоставляю слово Кириллу Зубкову, нашему дискуссанту. Да, большое спасибо. Действительно, на мой взгляд, очень интересное, да, важное выступление. И мне вот тут хотелось бы прежде всего обратить внимание на подход, да, методологии. Мне кажется, что действительно вот у нас вообще в последнее время, видимо, все больше и больше мы говорим о проблеме социального воображаемого, да, вообще довольно часто с этим начинаю в последнее время сталкиваться. Я думаю, это очень хорошо, что мы говорим об этой проблеме, вот, и действительно важно, да? То есть мне, грубо говоря, кажется, что очень часто, ну вот когда мы описываем, допустим, историю русской литературы XIX века, да и когда мы говорим, в общем, не только о литературе, не только о прошлом, даже, в общем, о современности, мы как бы заворожены двумя категориями. Это, с одной стороны, вот такой индивидуальный человек, вот один, да, как вещь в себе. Ну, в случае разговора об искусстве, это, скажем, великий писатель, да, который что-то такое творит. Вот. Или это носитель вот власти, да, вот государственной, да, которая, как бы, вот, но при этом здесь действительно, как бы, этими вещами все не исчерпывается, да, и существует еще все-таки человек как субъект, ну, скажем, социальной какой-то жизни, да, вот, общественной. Вот. И мне кажется, что как раз категории постарядица позволяют нам как бы вернуть в вот этого человека как субъекта социальной жизни. Причем, что очень важно, что именно вот тут еще очень важно говорить именно о том, что человек оказывается субъектом этой жизни, то есть общество, не понимается какая-то такая просто механическая сила, там, да, вот, которая она там давит и ограничивает наших гениальных писателей, да, или наоборот там, восхищается их гениальностью, или, не знаю, страдает от государства, что-нибудь такое, да, а вот действительно оказывается, что человек общественный — это существо, которое занимается какой-то, ну, вот, творческой деятельностью, что-то как бы вот воображает, да, как сказал этот гениальность.
собственно, как раз Кастрейдис он и проводит эту параллель между несколько раз у него вот, книга, да, появляется параллель между тем, чтобы как бы, воображать, так сказать, общество и ну, воображать какие-то ну, вымышленные повествования, например, да, произведения какие-то искусства создавать. Вот, то есть перед нами такой очень интересный инструмент, который позволяет нам как бы объединять разговор об обществе и разговор о произведениях литературы, например, да, и говорить о том и другом сразу. И это тоже, мне кажется, очень важно, потому что позволяет, ну, вот, собственно, говорить о связи литературы и общества на каком-то более, каким-то более сложным, мне кажется, глубоким, что ли, образом, чем когда мы, допустим, рассуждаем в отражении в литературе общественных проблем. Да? Вот литература не отражает, а воображает, да, если угодно. Вот, поэтому, в общем, мне кажется, что очень хорошо, что мы начинаем говорить в таких категориях. Ну и мне, как человеку, который некогда, уже 10 лет назад, получается, разбирал роман «Тысяча душ» в диссертации, еще очень приятно, что мы начинаем не просто так, говоря о творчестве Писемского. Это лично мне очень нравится. И, собственно, здесь, как мне кажется, что касается вопросов и комментариев, у меня есть вот один, не знаю даже, как это называется, вопрос или это может дополнение или что-то. Вот, то есть я сначала сформулирую эти вопросы, а потом попытаюсь сам немножко объяснить, как я эту проблему решаю, а потом, видимо, я расскажу, как он ее решает. Проблема тут, на мой взгляд, возникает... Ну, возникает проблема с соотношением между, с одной стороны, политическим, да, началом, а с другой стороны, государством. Да? Потому что, вот, ну, да, то есть, ну, действительно, когда, можно сказать как бы просто, да, что в конце романа главный герой становится высокопоставленным чиновником, да, даже губернатором на короткий промежуток времени, да, вот, и, значит, вот он и начинает какую-то реформаторскую деятельность в губернии, вот, значит, перед нами у нас происходит как бы политизация, да. Но можем ли мы как бы отождествить политическое, можем ли отождествить, вот, собственно, государство, да, деятельность какой-то государственную, деятельность политическую, все-таки, как кажется, да, вот, политическое к государственному не сводится. И вот мне кажется, вот, как бы, как я это себе, да, собственно, и в докладе, да, об этом говорилось, да, вот не очень, да, то есть, что появляется, что оказывается в самом государстве есть общественное начало, да, вот это как раз было в выступлении, мне кажется, это очень важная идея, да, вот, и вот, и я думаю, что... Но в некотором смысле роман посвящен тому, что общество, ну вот особенно финальная часть посвящена тому, что на самом деле общество и государство, они не жестко отделены друг от друга, потому что они имеют такой вот стены, да, они как бы переплетаются. Вот, и, то есть, да, и, ну, собственно, и я думаю, что, собственно, это, кстати, сказать, очень, мне кажется, соответствует как раз тому, как было организовано воображаемое в Российской империи на эпохе начала великих реформ, да, то есть вот где, да, социально. Потому что там тоже как бы все-таки не было, мне кажется, ну, по крайней мере, до поры такого жесткого противопоставления, да, публичной сферы и институтов государства. Вот. И, собственно, и в этом же и проблема и Калиновича, и главного героя, да, что вот как бы его действия можем понимать и как в рамках вот такого государственного, да, если угодно, да, как вот действительно, что реформатор, такой преобразователь, да, и в то же время можем их понимать как, собственно, результат каких-то, ну, таких социальных игр,
по мнению Ильи, да, таких окрашенных эгоизмом, да, вот, отношений. Да, вот, то есть, ну, то есть, например, можем сказать, что он занимается, что он на самом деле, допустим, хочет посадить этого несчастного князя Ивана, да, не потому что тут злодей, негодяй, хотя тут, в общем, злодей, а по измести, да, вот, мы можем так интерпретировать, в принципе, да, что, ну, вот, князь Иван, в общем, ему, так сказать, довольно много чего в жизни испортил, да, вот, и, собственно, из-за него, конечно, может увидеть, да, в своей, в том, что он оказался, стал таким вот негодяем. Вот. И, да, и в некотором смысле тоже мне кажется, что, собственно, да, и Калинович тоже, мне кажется, не учитывает, что у них одна из ошибок Калиновича, да, в финале, что он там не понимает, что политическое – это не только государственное. Он считает, что он себе губернатор, у него есть силы там, и возможности, да, и он вот все исправит. Но он не учитывает, что есть как бы и другие силы, да, вот, собственно, общественные, которые приводят к его праву. Вот. И, да, и здесь вот в этой ситуации переплетенности, да, тесной связи общества и государства, которую у нас изображает Писемский, ну, мне кажется, что вот это вот очень важная здесь категория истории, да, то есть вот что вот в четвертой части романа как бы начинается более историческая, если угодно, существование героя. Да? Это, ну, понятно, что для культуры середины XIX века тема вот большой истории такой, да, это что-то совершенно фундаментальное. Да? Это не все очень любили. Вот, и да, все писатели этого времени. Мне кажется, что вот, может быть, вот в этом историческом времени, так сказать, и происходит вот это сложное соотношение, да, переплетение как бы политического и государственного, да, и общественного. Вот, да, и здесь, как раз, мне кажется, в четвертой части романа, да, как раз вот оказывается, что есть у героев не только вот их, так сказать, личная жизнь, там какие-то амбиции собственные, любовные, какие-то чувства, да, и так далее. Оказывается, что у них есть еще какой-то другой пласт, вот, собственно, пласт исторический, да, этих образов. Мне кажется, здесь, если возвращаться к Лотману, с которого Илья начал, здесь, мне кажется, еще вот что, что можно говорить. У Лотмана была такая идея, у позднего Лотмана, которую он очень любил, что русская культура в основном основана на бинарных моделях. Да, вот западноевропейская на тернарных, да, говорил Лотман, а русская на бинарных. Вот мне кажется, если мы посмотрим, допустим, на первые три части романа Писемского, то там как раз во многом оценка главного героя, она строится вот в такой бинарной модели. Да? То есть, может быть, или честный человек, или подлец. Да? И вот он там как бы колеблется между тем, чтобы быть честным человеком и подлецом. В итоге, видимо, приходит ко второму, да, полюсу, вот, к подлости. А в третьей, а в четвертой части романа, как кажется, вот выясняется, что не все так просто. Да? Вот эта бинарная схема, она не работает. То есть, вот, да, в четвертой части романа мы не можем как бы определить Калиновича однозначно как или одно, или другое. Да? И даже вот, то есть как раз именно потому, как мне кажется, что здесь усложняется вот эта система координат, в которую герой помещен. Да? Это очень... И тут, конечно, вот как раз четвертая часть романа, там все меньше и меньше оказывается такой личной, такой индивидуальной жизни героя. Да? Вот, тоже, мне кажется, важно. Там очень, мне кажется, показательно вот этот эпизод как с театром, да, когда бывшая возлюбленная Калиновича играет в театре. Она ведь играет не просто в чем-нибудь, она играет в пьесе Коцебуни «Ненависть к людям и раскаяние». Да? Это которая явно проецируется на историю героев, да, совершенно очевидно. И собственно, оказывается, да, то есть, что... То есть вот это, мне кажется, очень важно, да, что она как бы, Настенька уже не похожа, и Калинович уже не похожа на героев. Они как бы, это же не герои вот такой любовной мелодраматической истории, да. Они как бы вот играют роль, да, Настенька играет роль, она актриса, она как бы немножко отделяется вот от этой своей роли, да, вот от этой своей частной, так сказать, жизни, да, она как бы смотрит на нее со стороны, вот, и, да, и как бы вот проигрывает ее, находясь со стороны. Калинович не смотрит со стороны, потому что он сидит в зале буквально и смотрит эту пьесу, да. Вот, и тут, в общем, мне кажется, вот действительно, вот тут перед нами как бы некая такая игра, да, вот в индивидуальную частную жизнь. Ну и последнее, что хочу сказать, что да, в этой связи мне кажется, что «Тысяча душ» в этом смысле роман очень похожий на Тургеневский на самом деле.
может быть, из всех произведений Писемского, это такое, один из самых тургеневских произведений. Тургеневских в том смысле, как писала Лидия Гинзбург, да, когда она пишет, что вот у Тургенева вот это исторические какие-то качества, они как бы проходят, входят внутрь человека и окрашивают его вот даже интимную частную жизнь. Да. Вот, мне кажется, что, собственно, вот здесь Писемский это, так сказать, и делал. Вот. В общем, короче говоря, заканчивая, да, свои соображения, еще раз хочу вернуться к тому, что, мне кажется, это очень действительно важный доклад, который, ну, действительно позволяет нам посмотреть на русскую литературу середины XIX века в такой более широкой, да, перспективе, да, и вот пытаться найти в ней какие-то новые способы, как бы, говорить о литературе и обществе, да, те способы, в которых мы, в общем, мне кажется, вот сейчас очень нуждаемся, да, и способы, которых нам сейчас нам всем, мне кажется, очень не хватает. Вот, так что я могу только еще раз поблагодарить, да, за это замечательное выступление. Да, спасибо большое, Кирилл. Илья, тебе слово для ответа. Да, спасибо действительно огромное, Кирилл. Очень содержательно, и я попробую, может быть, немножко нескладно ответить на какие-то из вопросов или даже скорее отреагировать, потому что это, видимо, для более продолжительной дискуссии все очень будет важно и полезно. Значит, начну с Кастриадиса, да. Очень важен для него, действительно, я согласен с тем, что ты сказал, что очень важен для него этот вот момент активности, да, воображения, то есть воображение как некое созидание общественного, а не как просто мы пассивно сидим, тут общественное с нами происходит, а мы что-то себе воображаем. Да? То есть это как бы не по-другому понятое воображение. Воображение как некоторая реализация. И в этом смысле, да, субъект, человек как субъект общественной жизни, действительно очень важный фактор. И это действительно, мне кажется, правильное восприятие того, что там у него происходит. Единственное, что я бы, может быть, добавил, это что Кастриадис постоянно настаивает на том, что речь не столько вот в социально воображаемом, речь не столько идет о некой ментальной конструкции, да, что мы что-то себе представили, и с одной стороны, с другой стороны, не о какой-то стабильной данной уже заранее действительности, а о процессе, который одновременно индивидуален и коллективен, по необходимости должен быть, о процессе вот то, что я называю членением и распределением социальной действительности, социальных категорий. Да? Вот. И этот процесс, он как бы по большому счету и личный, одновременно и безличный. То есть там, видимо, в философском плане там как бы это все восходит, видимо, к кантовской категории схематизма, которая, кстати, тоже вот, схематизма воображения, которая тоже соответствует нарратологическому как бы пониманию реальности, а именно, что как бы Кант задается вопросом, ну, не хочу уходить как бы уж далеко совсем, но Кант задается вопросом, каким образом абстрактные категории могут накладываться на такой очень конкретный опыт, да, интуиции. На него это вот то, что называют схематизмом времени, то есть, иначе говоря, вот это время, которое Кант определяет как форма интуиции, внутренняя форма интуиции, это время, это то, то есть, иначе говоря, как бы событийный ряд, это то, где эти вот два момента встречаются друг с другом. Вот. И поэтому, то есть, по сути дела, у Канта, как бы, он, видимо, сам того не осознавая, и, наверное, был очень не рад, если бы услышал такое. Но, видимо, как бы вот такая фундаментальность нарратива для него, для его эпистемологии совершенно абсолютно центральна. Вот. И Кастриадис, видимо, вот в эту традицию, как бы к этой традиции нас отсылает, говоря о том, что это вот нечто промежуточное, на котором субъекты сходятся и оказываются неразличимы, а не, и что нельзя атрибутировать ни субъекту, ни объекту в отдельности.
Ну, и это я согласен совершенно, что, опять же, это вот точно, как Кирилл сказал, это такая как бы категория, которая, в рамках которой говорить о повествовании, говорить об обществе, по сути дела, говорить об одном и том же, в том смысле, что общество, общественная жизнь – это тоже как бы некое постоянное членение и распределение социальных категорий, категорий бытия вместе. Вот. Значит, теперь переходя к вопросам, очень важно вот это вот, да, действительно и трудно как бы сформулировать, наверное, мне будет четко, вот это соображение о том, что политическое и государственное действительно не совпадают друг с другом, да, и тут опять же немножко, если исторический экскурсус, да, то вот, скажем, начиная с гегельской критики философии, элемента философии права, там появляется впервые, пожалуй, вот наше, наше понимание уже этого, вот, так сказать, гражданского общества, да, гражданского общества как сфера, с одной стороны, экономической, с другой стороны, человеческой кооперации разного рода, взаимоотношений, сфера прав, закона и так далее. Вот эта вот сфера гражданского общества как отделенная от политического. А политическое, оказывается, это элемент или момент, как бы, в котором принимаются основные фундаментальные решения о том, как эта система, общественная система будет организована. Да? То есть сфера, иначе говоря, решений об общем благе. Вот это вот определение, сфера, из которой, да, момент, из которой такого рода решения истекают, исходят. Да? И это может быть от индивидуума, да, и это как бы ассоциируется с фигурой суверена и может, с одной стороны, принадлежать как бы полису, демосу, да, кому угодно суверенитет может принадлежать, или как бы индивидууму в монархическом случае. Но, тем не менее, это нечто, что вот как бы проецирует общество, создает общество с большей активностью, чем, да, чем общество создает себя. И в этом смысле, конечно, вот, скажем, то, о чем говорил я в докладе, то, о чем упоминаешь ты, и то, о чем в своем контексте тоже обсуждал, говорил Кирилл Асповат, который, по-моему, здесь. Вот эта вот критика, идея о том, что общество, оно на самом деле не находится где-то внизу и структурируется государством, а на самом деле в него проникает целиком, да, и политическое, и социальное между собой перекликаются. Восходит, опять же, вот к критике гегелевской философии права Марксом, да, где он вот именно эту точку, именно это и высказывает. Тут интересно, как бы перекличка Анненкова с Марксом, в анализе. Ну, я не буду как бы уходить в далекую степь о том, что они друг друга знали и что они как бы общались между собой. Вот, и можно, может быть, даже об этом поговорить. У Маркса было интересное письмо, которое он написал Анненкову, и в воспоминаниях своих Анненков говорит о отношениях с Марксом. Но это может быть не столь актуально на данном этапе, хотя, скорее всего, Кирилл Асповат меня обругает и скажет, нет, актуально. Ну, это подождем этого. Вот. Я хочу сказать, что да, получается, что для того, чтобы понять, как общество и государство переплетаются, и как политическое и общественное между собой взаимодействуют, все-таки в абстракции, мне кажется, имеет смысл держать эти два понятия как отдельные. Да? В реальности они никогда не отделяются. Но в абстракции они должны быть отделены хотя бы для того, чтобы мочь какую-то сформулировать критику этих взаимоотношений общественного и политического. Еще вопрос. Такое понятие всплыло, как публичная сфера, Кирилл, и тут тоже очень, конечно, интересно и важно, да, что действительно великие реформы, публичная сфера, социальная и политическая. В романе Писемского, однако, да, мы этой публичной сфере, по-моему, ну тут специалисты как бы серьезнее меня находятся, изучавшие этот роман, включая Кирилл самого тебя, но мне кажется, что в романе Писемского этой сферы, в общем-то, нет.
А есть сфера именно вот этой как бы социальности, по гоббсовской социальности, да, сильный съедает слабого. И с одной стороны, с другой стороны, вот этого как бы насилия, да, изменения этого пространства. Где там социальная... может быть, мне стоит как бы посмотреть поближе. Но я бы не... Для нас в русском контексте общество слишком приближено, ну не слишком, а просто более приближено оказывается к понятию публичной сферы. А мне кажется, что если, опять же, с точки зрения, может быть, политической теории разделять эти вещи, то общество это как бы своя штука, публичная сфера это своя штука, публичная сфера это штука медиирующая между обществом и государством, я бы так скорее обозначил. И вот есть ли эта медиация у Писемского, я не уверен. Будет интересно подумать. Еще что я хотел сказать, что по сути дела меня интересует... про бинарность. Вот очень хорошо, мне кажется, тут можно сформулировать, что действительно получается, что с одной стороны у нас есть бинарность первых трех частей, а с другой стороны, да, это вот смешанность четвертой части. Но ведь... В чем эта смешанность состоит? Она не заключается в нахождении какого-то третьего. Она заключается в парадоксализации этих же двух. Да? То есть, иначе говоря, это то, что начинается бинарной оппозиции, с бинарных оппозиций, заканчивается амбивалентностью, парадоксальностью, а не нахождением некого синтеза, который распыляет. Да? То есть получается, что все-таки мы с той же бинарностью, но эта бинарность уже теперь для нас является продуктивной, является продуктивной для другого типа повествования, да, для драматического повествования, для иронического, для драматической иронии и так далее, для всяких парадоксов, дилемм и так далее, а не уже для как бы психологического, вот, психологических тенденций в рамках первых трех. Вот. Ну, я, наверное, что-то, может быть, забыл, но просто я остановлюсь, потому что уже слишком долго я говорю. Похожесть на Тургенева, да, история входит в кровь. Это герценовское, да, тоже высказывание. История входит в кровь или, да, Ватерло, вошедшее внутрь, да, кто виноват. Вот. И Тургенев, да, и вот Тургенев, историческая как интернализация, психика как интернализирующая историю. Да, действительно, в этом что-то есть. Я читал, конечно, диссертацию, и вот знаю вот это вот как бы, и мне кажется, убедительно это понятие историчности, которое тут оказывается центральным и может быть действительно опосредует формы политического и социального. Но, пожалуй, что меня интересовало, наверное, поскольку меня интересует в данном контексте форма, и, наверное, может быть, тут я как бы как-то старомодно подхожу к вопросу о различиях, ну, я пытаюсь, ну, различиях романной формы российской, от русской, от западной, от западных, да, и тут, ну, можно, наверное, спорить, но с какими-то вещами очень трудно, мне кажется, спорить, да, а вот именно доминацией этой фигуры чиновника и, ну, фундаментальностью, важностью этой фигуры чиновника, Кирилл мне посоветовал посмотреть, Кирилл Аспалат мне посоветовал обратиться к Пруссии, я это сделал кратко и, в общем, ну, более или менее кое-что там нашел, но, в общем, все-таки такого, что у нас что в российском контексте было, конечно, нет нигде. И, ну, и более того, как бы вот эта вот центральность государственной власти, которая, конечно, не только у Писемского, а вообще в романных текстах XIX века везде, во многих очень местах, неожиданно многих. И в сравнении оказывается это довольно удивительным и вот, ну, и любопытным в контексте такого сравнительного анализа. Хотя, конечно, да, ну и тут последний момент скажу, да, что тут, вот если взять, сравнить историческое у Бальзака и историческое у Писемского, допустим, да, и я не только о Пьер Гурьёве сейчас говорю, вообще, то историческое у Бальзака — это вот эти вот,
да, слои прежде всего, да, это старый режим, Наполеон, реставрация, июльская монархия, вот история, да, но при этом это история общества, это история классов, да, поднимающихся, да, вот на поверхность, начинающих доминировать, это не история, не история государственная, прежде всего, история государств. Конечно, у Писемского может быть невозможно, как Кирилл, если я не ошибаюсь, это последнее, что я скажу, если я не ошибаюсь, если я помню правильно, что-то вот в диссертации вот так вот сформулировано, мне кажется, очень точно, что, что вот в четвертой части герой берет на себя ответственность за историческую судьбу, судьбу как бы общества, да, России. И опять же, может быть, я ошибаюсь, извините тогда. Но любопытно, что он берет эту ответственность именно в момент, принимает на себя ответственность именно в момент как бы вице-губернаторской и губернаторской. И это, опять же, то, настолько же типично для российского контекста и исторической школы, да, и так далее, всего этого. Все. Спасибо большое, извините за такой продолжительный ответ. Кирилл, будут ли у тебя какие-то короткие ответы, реакции? Нет, мне кажется, это действительно очень интересная тема, на которую, ну, дальше, в общем, нам нужно рассуждать, потому что тут как бы вообще эта, ну, тема не для вот... Как бы, тут просто нужно больше говорить, на самом деле. Да? Это очень много сразу проблем начинает всплывать, да, которые можем обсудить. Но единственное, что хочу заметить, что, ну, конечно, проблемы публичной сферы поднимаются в романе, да, там, редакция журнала изображена все-таки, да, довольно подробно. Вот, это все-таки важно. Вот, ну, так, нет, конечно, еще, как-нибудь еще обсудим. Вот, спасибо большое. Да, спасибо, Кирилл. У нас вопрос у Ольги Евгеньевны Майоровой. Пожалуйста, Ольга Евгеньевна. Спасибо. Меня слышно? Да. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Илью за замечательный доклад и Кирилла за замечательное оппонирование докладу. Чрезвычайно интересно. Мне, как большому любителю Писемского, немножко о нем писавшему, меня... Пока шла дискуссия между Ильей и Кириллом, у меня изменился жанр выступления. Я думала, что я задам вопрос, но этот вопрос уже отчасти был задан о разграничении и начал обсуждаться о разграничении общества и публичной сферы, и как они соотносятся с государством, и есть ли там публичная сфера. Я хочу напомнить одну вещь. Я прошу прощения, Илья, если я что-то не заметила, потому что я не сразу сумела подсоединиться к вашему выступлению. Но я хочу напомнить одну вещь, может быть, вы о ней не говорили. Все-таки Калинович, я говорю Калинович, я знаю, что русский язык стремится к ударению в последнем слоге, вообще и предпоследнем слоге. Вообще интересно было бы обсудить, как правильно произносить его фамилию. Но Калинович или Калинович в любом случае... Он выпускник Московского университета. И это многократно обсуждается, акцентируется в очень интересных, важных местах романа. Выпускник Московского университета, где 40-е, 50-е годы, особенно ближе уже к 50-м, сформировалась государственная школа исторической мысли. Соловьев, Карелин, Чичерин. Это те люди, которые не только сформировали государственный, конечно, на основе Гегеля, сформировали видение государства в соотношении с обществом в России. Это те люди, которые дали обществу задачу строить ту самую публичную сферу, то есть участвовать в сделать свой голос слышимым, участвовать и так далее. Все это известно про них. Но мне не хватало в докладе и в рассуждениях вот именно об этой публичной сфере и обществе вот этого контекста. И этот контекст особенно важен, конечно, в четвертой части,
которая соответствует, которая меняется, прежде всего, потому что меняется история. В конце 50-х годов, когда роман вышел в 59-м, а в 58-м, уже начиная с 56-го, вот те самые профессора Московского университета, включая Кавелина, Соловьева, участвуют просто в государственной жизни. Они призваны к государственной жизни. Их призвали, они участвуют в выработке реформ. И вот, мне кажется, Калинович должен быть прочитан в этом контексте, как выпускник Московского университета, который внезапно понял свою роль в меняющейся истории. Причем меняется она парадоксально не в романе, где об этом прямо ничего не сказано, а меняется она в процессе писания романа. И поэтому вот эта четвертая часть звучит совершенно иначе, чем предыдущие. Вот я про этот исторический контекст, и в этом смысле я абсолютно согласна с Кириллом, что публичная сфера занимает огромное место в романе. Но она, поскольку роман написан скорее в бальзаковском духе, она не выпечена. Писарев не находит, Письменский не находит адекватного языка для этой формулировки. Вот что вы об этом думаете? И еще раз я прошу прощения, у меня изменился жанр. Я думала, это будет вопрос. Спасибо. Да, спасибо огромное, Ольга Евгеньевна. Я хотел сказать, что я упомянул действительно даже дебаты в рецензиях о том, мог ли Калинович быть вообще выпускником Московского университета, да, потому что Аполлон Григорьев возражал и говорил, что такой подлец никогда бы не мог быть выпускником Московского университета, Дружинин возражал ему и так далее. То есть да, это было очень действительно важно. Единственное, что я не знаю, насколько актуален тот факт, что, наверное, Калинович, ну, не знаю, да, то есть, конечно же, этот контекст государственной школы и очень важно, я даже тоже о нем думал как раз, когда говорил о важности, о центральности именно государства, да, как двигателя истории, как вообще, как агента истории в контексте этого социально воображаемого. Но я хотел сказать, что все-таки, наверное, Калинович был студентом-то как раз, и об этом, наверное, и Аполлон Григорьев, и Дружинин, об этом дебаты, да, что он был студентом как раз вместе с Герценом, судя по времени, да, вместе с тем поколением еще, и именно поэтому он не мог быть таким подлецом, да, в каком-то смысле. То есть тут, да, то есть как бы сдвиг, я могу представить себе, что имплицитно сдвиг по как бы синекдоке, пусть или даже по метонимии, да, этот сдвиг мог происходить, и можно думать одновременно и о 30-х, и о 50-х годах Московского университета. Да, это действительно очень интересно. Что касается публичной сферы, то тут я все-таки не уверен, да. Вот Кирилл сказал, редакция журнала. Ну, как говорится по-английски, where did it get them, да. То есть, ну вот журнал, да, как выглядит редактор журнала, каково его видение, представление о действительности, да, чувствует ли он себя агентом, да, способным что-то изменить или каким-то образом. Абсолютно нет этого, да, наоборот, на это как бы упадочность, это болезнь, это человек при смерти, человек задавлен. Да, и, то есть, иначе говоря, когда она таки появляется в романе, эта публичная сфера, она появляется отнюдь не в качестве активного участника, а в качестве, наоборот, как бы неспособного ни к чему задавленного вот элемента. Так мне представляется то, что происходит тут. И оказывается, вместо этого, опять же, это дуальность, бинарная позиция между, с одной стороны, таким давящим государством, с другой стороны, по-гобсовски понятым обществом. Ну, так, по крайней мере, опять же, надо посмотреть, почитать, подумать. По крайней мере, очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Я, коллеги, друзья, всех настойчиво призываю в чате еще записываться, высказываться. У нас есть еще чуть-чуть времени обсудить.
И, ну, я, естественно, не могу не воспользоваться моментом коротким, и пока, может быть, кто-то собирается с духом, и задать уточняющий вопрос Илье. Отчасти вот в развитии того, что сейчас Ольга Евгеньевна акцентировала, да, а именно момент, исторический момент, когда роман дописывается и публикуется. Вот у меня такой вопрос, Илья, вот как ты считаешь, можно ли как-то, исходя из того, что ты говорил, особенно про четвертую часть, про власть, про суверена, да, про фигуру, вот, вообще про политическое, да, как-то переосмыслить соотношение между вот романом Писемского и вообще романом в конце 50-х годов и той либерализацией, или, как говорили в вульгарном марксизме, кризисом самодержавия, да, или там второй революционной ситуации, я намеренно, да, вот сейчас вбрасываю эти темы, вот можно ли как-то перепрочитать этот период, исходя из, вот, из того, что ты говоришь? Именно соотношение формы романа и вот именно этого короткого периода 55-61. Да, это очень-очень интересно. Спасибо, Алексей. Я хотел сказать, что да, кризис... революционная ситуация накануне, да, что у нас в это время? У нас накануне появляется, примерно в это время, да, появляется, я не знаю, можно ли считать «Отцы и дети», там же, да, и, наверное, кажется, что, судя по рецензиям, вот «Тысячи душ», там, конечно, эта тематика появляется. Да? То есть, вот, например, идея о том, что кто это говорит, я уже теперь забыл, по-моему, да, значит, это Ахшарумов, да, «С фанатизмом Сен-Жюста и Робеспьера», как бы описывая чиновника, фигуру чиновника, да, то есть это как бы некоторая такая революционность. Я тоже вспоминаю работы Кирилла, опять же, Зубкова, опять же, той же самой полемики, возникновения этого либерального реформистского чиновника, который в какой-то момент мог оказываться жестоким, да, таким как бы очень жестким бездушным типом, который как бы, ну, не знаю, как, насколько его можно было ассоциировать, можно ассоциировать с революционностью именно. Да, и там Алексей, три было высказывания, да, кризис, революционная ситуация и, да, какой еще был, как еще ты назвал это? Я намеренно очень разнородные ярлыки вбросил из разных традиций интеллектуальных. Либерализация, да. То есть, значит, это современное прочтение. Да. То есть можно ли переосмыслить через прочтение романа, можно ли переосмыслить как бы нечто... В эпохе, в этом периоде. Ну да, да, в том, как мы понимаем вот этот короткий период времени, когда, с одной стороны, много знаковых романов появляется, да, да. А с другой стороны, значит, реформы готовятся. Ну да. И начинаются. Я не знаю, надо подумать. Мне представляется так, что я скорее склонен был бы читать... скажем так, тысячедушный текст, да, то есть, иначе говоря, все, как бы, ну, не все, но многие рецензии, которые выходят, реакции, которые выходят на роман, вот там скорее, мне кажется, ну, понятно, да, содержатся какие-то рудименты вот этого вот размышлений о более
как бы эксплицитных, более очевидных размышлений об эпохе, о периоде. Ну и, конечно, вот Анненков, наверное, в первую очередь, но и все остальные, практически все, кого я упомянул, и Ахшарумов, и Эдельсон, и Григорьев, и Анненков, и другие, все, ну, конечно, Добролюбов, все они, отзываясь о романе, говорят об историческом моменте. Но я не уверен, что вот то, что мы там вычитаем, действительно произведет как бы какой-то парадигматический сдвиг в нашем понимании того, что там происходило. Потому что, мне кажется, мы примерно понимаем, ну, может быть, не я лично, но мы как там, я не знаю, институция славистов и историков, понимаем примерно элементы, которые участвовали в том, что происходило. Да? Я не знаю, насколько мы можем увидеть что-то радикально новое за счет этого. Угу. Да, спасибо. Так, ну что, у нас, я смотрю, нету фонтана. Фонтан не брызжет. Ну, если можно, сейчас короткие... Я могу задать вопрос. Если... А, да, Вадим, пожалуйста, да. Ну, вы не... Слава богу, да, вы не писались, но готовы. Нужно руку поднять. Ну, хорошо, привет, во-первых. Я, как коллеги, да, мне нужно чаще участвовать в этом семинаре. Хорошо. Вот, Илья, конечно, мне интересно, вот как ты описываешь социально воображаемое, потому что, ну, грубо говоря, я тоже этим же интересуюсь. И, может быть, как сегодня уже длинный день, я какие-то нюансы, может, не совсем уловил, но явно важна эта вот роль вот государства, да, в отличие от французского реализма, где действительно это не государственная история. Да? Как-то все время в России важнее вот это вот именно государственная национальная власть. И просто вот я предложил бы какие-то мои идеи. Как мне кажется, ты описал, что даже вот государство играет какую-то роль какого-то среднего термина, да, который как-то опосредствует и, в общем-то, связывает сюжет. Ну вот у меня вот такое сравнение. Вот мы еще говорили о Тургеневе. Вот мне всегда вот непонятно, или мне как-то фрустрирует вот в конце Рудина, где, ну, как раз этот период, да, когда говорится, что Рудин, его проблема, он не знает Россию. Кажется, при чем здесь это? Кажется, его проблемы в жизни совсем не связаны с таким абстрактным понятием, да, что он не понимает Россию. Ну, как будто вот Тургенев не может избавиться. Тургенев не может избавиться от этой вот националистической точки зрения. И просто я предложил бы... Чем это отличается от французской ситуации, но вот я бы ссылался на эту идею World Republic of Letters, да, вот это Паскал Касанова, вот что вот разница между национальной традицией, которая уже имеет устойчивое место, как мировая литература, и то, которое еще борется, да, русская литература еще борется для этого статуса, да, общепризнанной как мировая литература. И с точки зрения вот этого основа, такая литература обязательно для нее национальный контекст. Okay? В этом этапе развития, литература смотрится как это национальное предприятие. Конечно, уже для французского это уже совершенно не нужно. Поэтому французский писатель может избавиться от этого национального контекста. Я не знаю, вопрос, насколько это актуально, и просто, да, чтобы послушать реплику твою. Спасибо, Вадим. Да, это очень действительно интересно. Я бы сказал, наверное, так, что на самом деле... Мне кажется, вот анализ не совсем, может быть, точным, вот Касанова именно, не твой, а ее, потому что если посмотреть, опять же, на Бальзака и на английский роман, ну, например, там, я не знаю, Шарлотт Бронте, то мы увидим довольно много рассуждений о национальном,
национальности и так далее. Да? То есть, ну, известные как бы оппозиции между, с одной стороны, колониальным, с другой стороны, континентальным в романе «Джейн Эйр», да, которому вот моральное, как бы моральное moral core of England, да, противопоставляется с одной стороны, с другой стороны, это безумные национальные аллегории у Бальзака. Да. Вот там старая дева, да, старая дева, за которой ухаживает, за которой, как бы, которую хочет, которую добивается, значит, наполеоновский офицер, старорежимный аристократ, какой-то парвеню граф. Ну, то есть все как бы социальные, да, слои, они фокусируются на достижении этой старой девы, вот, которая, конечно, ассоциируется с Францией. И, ну, это один из примеров многочисленных очень такой национальной аллегории в центральных литературах. Но действительно, мне кажется, что все-таки что-то в этом есть, да, да, то есть что-то в этой вот центральности понятия национального, ее все время как бы постоянное эксплицирование этого понятия в российском контексте, это что-то действительно как бы, какое-то отличие тут наблюдается, и может быть, конечно, вот это вот, особенно для Тургенева, да, который как раз был представителем в каком-то смысле, какой-то период времени был, представлял для Запада Россию. Да. Мне вспоминается также, например, вот добавленный эпилог к «Первой любви», да, где он говорит, рассказывает эту вот, ну, интимную историю первой любви героя, а в эпилоге для французов и немцев добавляет такое странное замечание по поводу того, что это все только могло произойти только в России. Да? Ну и там, может быть, другие тоже как бы соображения, почему он это делает. Но одно из них заключается в том, что надо показать как бы себя как представителя этого русского, этой русской традиции. Последнее, что я хотел сказать, это что да, национальное, но вопрос заключается в том, с чем национальное идентифицируется, да, какие образы возникают в контексте национального. Мне кажется, что государство в этом смысле не всегда, особенно в литературном контексте, государство не всегда играет роль национального. Наоборот, скорее даже государство часто достаточно представляется как нечто внешнее, нечто антинациональное, нечто иностранное, да, немецкая бюрократия, Петр I и так далее, давит какой-то вот такой внутренний народный. Вот, я остановлюсь, может быть, у кого-то еще есть вот замечания, я думаю, что тут есть много людей, которые, может быть, могли бы отреагировать тоже на интересное Вадима замечание. Да, я присоединяюсь. Алексей, пожалуйста. Призыву. А. Нет, у меня есть еще реплики. Я готов, естественно, еще озвучить несколько соображений. Вот, если, но это при условии, если нет желающих высказаться. Ну вот в чате Алексей Евстратов говорит, что в Былом и Думах университет представлен все-таки местом довольно разнородных этических, политических темпераментов. Да, это, конечно же, так. Мне кажется, что, опять же, когда об этом пишет Аполлон Григорьев, да, он идеализирует, да, видимо, как бы, ну, по целому ряду причин, да, идеализирует этот период, этот момент, этот университет, и не знает особо былой думы, да, потому что, в общем, я не помню точно как бы детально этапы публикации, особенно вот эта вторая часть былых дум. Но скорее не на этом основывается, на каком-то своем таком представлении, общем таком совсем представлении о том, что там были все такие хорошие идеалисты и честные люди. Угу. Так, вот там еще Алексей Козлов тоже написал о Хлестаковщине в дневнике Герцена.
Ага, а Герцен, кажется, сравнивает себя в дневниках с Хлестаковым, очень показательная амбивалентность от мужей Плутарха до гоголевских нулей, что и прочитывается в спектре сюжетной функции Калиновича. Да, я не помню, а какого периода этот дневник, где он себя сравнит с Хлестаковым, и в каком контексте, я не помню этого в дневниках. Если, может быть, Алексей Козлов, можно в чате просто, если просто чтобы, да. Ну, Илья, коллеги, я очень, у меня короткое соображение, и, видимо, мы должны будем уже закругляться, потому что обычно у нас все-таки есть фиксированные границы для всех. У меня два коротких, одно, точнее, короткое соображение, видимо, напоследок уже, про действительно очень поразительно насыщенный доклад Ильи, и действительно я с Кириллом абсолютно согласен. Прямо вот у нас на глазах Илья и многие другие коллеги разрабатывают новый язык, литературоведческий скорее, да, ну или такой в широком смысле культурологический, для описания того, как форма, романная форма и вообще нарративы соотносятся с социальностью. И в этом смысле я подумал о том, что если мы заглянем в следующее десятилетие, в 60-е, в 70-е годы, когда тот же Писемский продолжает писать романы и многие другие, то там, конечно, вот я не припомню, чтобы так ярко в каком-либо романе, как «Тысяча душ», даже в последующих романах Писемского проявлялось бы вот это воля и вертикаль государства, да, потому что, ну, с одной стороны, начинают формироваться худо-бедно те самые институты и публичная сфера, пусть без парламента, да, но все-таки какое-то движение начинается, и начинается, собственно, вот это конструирование этих повествовательных и воображаемых форм, в том числе и в романах, да, где уже появляются какие-то медиаторы. И в частности, вот я тут недавно прочитал роман Писемского «Мещане» Познера 80-го года и поразился, с одной стороны, насколько это гораздо менее интересно, чем «Тысяча душ», с одной стороны, а с другой стороны, это попытка Писемского, ну, тоже продолжить Бальзака, но в плане того, чтобы изобразить вот как раз движение капитала. Движение капиталов, собственно, там исчезает вот эта фигура, там есть чиновник крупный, но главным действующим лицом, собственно, являются деньги, биржевые акции, которые связывают людей очень разных сословий, от проституток до крупных государственных чиновников, которые пользуются, собственно, услугами. Да, и секс, собственно. Да, вот секс в больших городах, в Петербурге и Москве, там действия происходят между столицами, да, и женщины циркулируют тоже, переходя от одного крупного чиновника и магната к другому, да, вот такая циркуляция. И, собственно, и политики там, по сути дела, особо никакой уже нет, большой политики. Вот. Это вот один пример того. Алексей, это какой год? Это 80-й год, роман опубликован в 80-м, вот, и считается, что это уже... По-моему, 87-й, не? Ну, может, написано... Ну, да, это масон, это последний. Да, наверное, да. Что он уже умер. 81-го. Да, наверное, 77-й, но очень... 77-й, да. Да, спасибо, Кирилл, конец 70-х. В общем, такой интересный пример. А с другой стороны, можно сравнить как параллель, значит, «Большая медведица» Хвощинская, 71-й год, публикация, да. Где «Женский взгляд» на почти тот же самый период, провинциальная жизнь, Крымская война, ну, может быть, чуть попозже, чем действие в «Тысяче душ», да, где, по-моему, все-таки, ну, самое начало 50-х, да, описывается все-таки. Ну, короче говоря, вот Хвощинская не изображает политику, но изображает, ну, большую политику, да, там есть губернатор, да, но он не главный герой.
действуют, есть дворянское общество, то есть хотя бы какие-то представители, ну, подобия публичной сферы на уровне губернии, которые все время дискутируют на разные темы. И есть фигура честного, кристально честного чиновника, руководителя, директора палаты имущества, который, собственно, вот аналогично, симметрично фигуре Калиновича. Вот, ну, тут, но Хвощинская это пишет уже спустя 20 лет, как бы, ну, 15-20 лет, да, то есть уже появляется дистанция некоторая. И у нее свой взгляд, который, ну, скажем так, гендерно окрашенный взгляд, который уподобляет, делает возможным вообще уподобление ее социального воображаемого скорее такому более европейского типа воображаемому, да, вот это похоже на то, как вот у Джордж Эллиот разворачивается повествование. Вот, в общем, это там вот интересно, как это все возникает, уже, конечно, в другую эпоху, да, вот Писемский по горячим следам, мне кажется, тоже это важно, вот о чем, ну, мы все это понимаем, что вот этот принципиальный момент, что прям вот по горячим следам роман пишется синхронно с реформами начинающимися, и это, конечно, накладывает отпечаток. Вот, спасибо, все, я тоже многословен. А, нет, спасибо большое, я просто хотел сказать, что действительно, да, спасибо за вмещание, я обязательно прочитаю, судя по описанию, это действительно просто чистый какой-то Бальзак, утраченные иллюзии или что-то в этом роде, да, или даже ну, не знаю, как это, блеск, нищета куртизанок, кажется, да, это вот. Mm-hmm. Вот, но, да, и Большая Медведица, действительно, там как бы этот чиновник, он еще и отец, да, и у него там интересный такой, как бы, потом вдруг уход в монастырь такой резкий, да, и это вот меня всегда смущало, я как бы не очень понимал, откуда берется этот уход в монастырь. Но, в общем, да, тоже надо вводить в оборот обязательно Большую Медведицу. В этом отношении очень интересный роман тоже. Спасибо огромное всем. Я очень благодарен за комментарии и внимание. Спасибо, да, всем за участие, Илье и Кириллу в первую очередь, за этот, в общем, замечательный интеллектуальный пир. Наслаждение, вот, мы увидимся 17-го, может быть, с некоторыми будет анонс. Всего хорошего. Спасибо. Счастливо. До свидания.